И, конечно, Светлану Коршунову, которая проявила в высшей степени большую настойчивость и решимость в реализации проекта. Без нее бы у нас ничего не получилось. Валентина Эмильёва. И Валентину Емельянову. Besides that, of course, I thank, as Derek, Pierre also thanked the Kremlin and the Moscow government, who showed that they can move very fast and are very professional organized. Также хочу, конечно, поблагодарить кремлевскую администрацию и правительство Москвы, которые доказали свою эффективность и способность быстрой мобилизации ресурсов и организации. And of course, our partners Bavaria and Oris and Rolf. И, конечно, наших партнеров Бавария, а также Орис и Рольф. We hope that there will be many of this kind of events in Russia again, and that our event gives a basis for new talent and new sponsorships into racing. Я надеюсь, что это мероприятие, это событие сегодняшнее станет первым из многих, которые будут иметь в России, и, конечно, оно станет стартовой основой, раскроет таланты новых гонщиков и привлечет новых спонсоров. A dream has come true again. And especially now, because Sir Frank Williams is on this table, which is a real honor for me. И, конечно, наша мечта сегодня осуществилась. Which is a real honor for me. И это, конечно, для меня огромная честь. Thank you. Большое спасибо. Большое спасибо, Роберт. А теперь я задам несколько вопросов гонщикам. А, Нико, как вы себя чувствуете перед гонкой? Nico, how do you feel before the race? Oh, I think it's really fantastic, and it's nice to see the enthusiasm that everybody's putting into it, and also the how many people have come is great. Ну, замечательно, просто фантастично видеть такой энтузиазм, и как много людей привлечены к этому, и как многие из них хотят оказаться увидеть все это своими глазами. Я знаю, что вы прилетели в Москву вчера.